Проект «Читай быстро» представляет. Эмоциональный интеллект. Описание, книги, тесты, упражнения. Не забудьте подписаться на канал и бить в колокол, а мы начинаем. Что такое эмоциональный интеллект? Эмоциональным интеллектом называется умение осознавать и управлять собственными эмоциями, а также понимать и воздействовать на эмоции окружающих людей. Ученые пришли к выводу, что высокий IQ далеко не гарантирует успешное достижение целей. Большее значение имеет чувственная составляющая личности, эмоциональная. Так зародилось изучение эмоционального интеллекта. Эмоциональный интеллект имеет несколько составляющих. Эмоциональность – умение сочувствовать и выражать эмоции. Самообладание – умение регулировать собственные реакции. Общительность – базируется на социальной осведомленности. Благосостояние – позитивный настрой, самооценка, счастье. Дополнительные параметры – умение мотивировать себя и приспосабливаться к обстоятельствам. Топ книг о эмоциональном интеллекте. Дэниел Гоулман «Эмоциональный интеллект. Почему он может значить больше, чем IQ?» Энтони Мерсино «Эмоциональный интеллект для менеджеров проектов». Гривс и Брэдбери «Эмоциональный интеллект 2.0». Лиза Барретт «Как рождаются эмоции». Книга рассказывает о том, как появляются эмоции, почему они возникают и каким образом ими можно управлять. Ну и Сьюзан Дэвидс с книгой «Эмоциональная гибкость». Ответы на вопросы «Как развивать эмоциональный интеллект?», «Техники самоконтроля», «Тесты для определения», «Ответы на частые вопросы» ищите в статье на нашем блоге по ссылке в описании. Подписывайтесь на канал «Читай быстро», жмите на колокольчик, становитесь лучшей версией себя вместе с нами.